Обеими руками за ликвидацию областных и районных администраций. Об этом заявил председатель облгосадминистрации Валерий Баранов в ходе парламентского заседания, посвященного обсуждению изменений в Конституции. По мнению руководителя региона, главный документ страны должны писать не партийные лидеры, а юристы-практики. По мнению Валерия Баранова, администрации в своем нынешнем виде просто не нужны. Больше полномочий должно быть у исполкомов местных советов, а на территориях должно оставаться до 50% налогов.